В детских садах Алекминского района проходит второй этап проекта «В семье единой мы живем». Мероприятие направлено на формирование в детях представления о многонациональной России. В дошкольном учреждении «Звездочка» прошел второй этап проекта под названием «В семье единой мы живем», в котором детей ознакомили с культурами разных народов. Ну, прошел у нас сегодня большой праздник. Мы его назвали с Ольгой Дмитриевной «В семье единой мы живем». Пригласили мы, как говорится, еще и людей. Пригласили мы, чтобы дети услышали песню на армянском языке, на украинском, чтобы услышали звучание именно вот языка народности. Потому что, ну, в обиходе, конечно, такая речь, она у нас не звучит. Целью проведения данного мероприятия является формирование в детях представления о России как о многонациональном государстве на примере многообразия культур народов, проживающих в Алекминском районе. Дети с удовольствием приняли активное участие, а замечательные национальные костюмы подготовили их родители, которые с уверенностью поддерживают идею данного проекта. Очень приятно было сегодня посмотреть на этот праздник и увидеть, что у нас в Алекминске столько национальностей проживает. И было просто одно удовольствие смотреть на все это. И видно, что дети талантливые. Это очень радует. Такого же мнения придерживается и семья Толи Медведева, которая переехала в Алекминск год назад. По национальности они осетины. У нас небольшой народ, но мы очень дружные. Конечно, он должен знать традиции свои, почитать. Конечно. Замечательно, что с малых лет у ребят сформируется способность понимать и принимать чужие ценности, сравнивать с ними ценности своего народа и доброжелательно относиться к обычаям разных народов. Ангелина Габышева, Елена Фаст, НВК Саха, Алекминск.